2006 год для футбольной команды «Локомотив» юбилейный. 60 лет тому назад команда заявила о себе. Феномен «Локомотива», родившегося 10 июля 40-го года, затем воссозданного в первые послевоенные месяцы, ставшего клубом уже с 55-летней непрерывной историей, в том, что команда строилась исключительно на основе неиссякаемой инициативы нескольких славных поколений бельских железнодорожников. Прошлое – самое богатое, настоящее – самое ответственное, будущее – самое манящее. Но прошлое – это настоящая кладезь истории во всех гранях, особенно когда история оживает в воспоминаниях ветеранов. Создавая это футбольное поле в 40-м году, я первым был инициатором о создании этого поля, о создании футбольной команды «Локомотив» на нашем узле станции Бельской Слободки. И я болею душой и желаю ребятам нашей локомотивной футбольной команды только успехов, вежливости, таланта, интеллигентного футбола. Я за сборную Молдавии играл в 45-м году в Москве. Мы 4 человека из Бельцы взяли за сборную Молдавии. Играли. В Москве были заняты еще за Ивона, не приготовые для футбола, так и играли по-дольски. Да, я вначале вырос в этой команде с детства, затем играл, стал тренером. Это были прекрасные годы, это были прекрасные люди, не только люди, но и прекраснейшие игроки, которых сейчас, наверное, и в Молдове, наверное, не найдешь. Футбол – прерогатива мужской половины общества. Поначалу болят мышцы, потом они становятся упругими, сильными. Для тех, кто занимался всерьез, это важно. Футбол перестал быть любительским. Он стал профессиональным. Всю спортивную жизнь я был связан с обществом добровольно-спортивного общества «Локомотив». Именно связано было с «Локомотивом» города Бельцы. Я заканчивал здесь железнодорожную школу, постигал азы спорта здесь. Там работал в локомотивном депо, спорт не бросал. Футбол играл в 60-е все годы и половина 70-х. Вы были вратарем. А сколько мячей пропустили? Вы знаете, обычно, когда пропускают, стараются забыть о них. А стараются запомнить те, которые удачно были взяты. А сколько взяли? Самые яркие? Ой-ой-ой. Самые яркие, особенно, это финальные матчи. Это Кубок Республики, Первенство Республики, Кубок Города, Первенство Города. Такие более матчи, которые запоминаются и более, которые удачно сыграны. Скажите, пожалуйста, какая была ваша команда? В 63-м году команда «Локомотива» Бельского выиграла Кубок Одесско-Кишиневской дороги и принимала участие во всесоюзном первенстве ДСО «Локомотив» тогда называлось. Вот это наша легендарная команда, которая стала чемпионом Одесской железной дороги. В то время, сейчас уже много ребят наших нет, но сегодня собрались все, кто остался в живых. Ну, каждый матч футболист может вас создать буквально по минутам. Вы знаете, запомнилась одна на редкость интересная игра. Это товарищеский матч с горняками. Когда мы играли, был день шахтера, и нас пригласили «Локомотив» Одесский, мы тогда выступали как «Локомотив» Одесса, сыграть с Горском, шахтер Горск. У них был праздник, и была очень интересная игра, которая закончилась в ничью. Матч действительно закончился в ничью. Прокомментируйте нам второй гол. Второй гол. Ошибка была левого защитника, и с правой стороны прошел ветеран в нашей форме города. И прошел, я обыграл последнего защитника и подал в центр. Центрально осталось еще не скоро поставить ногу и забить гол. Все ли матчи товарищеские заканчиваются в ничью? Обычно нет, обычно кто выигрывает хозяева. Поколения сменяют друг друга. Заявив о себе 60 лет тому назад, команда «Локомотив» 11 раз становилась чемпионом и обладателем Кубка Одесско-Кишиневской и Молдавской железных дорог. Бронзовым призером Молдовы 4 раза входила в полуфинал Кубка страны.
Юбилей собрал всех ветеранов клуба, игравших в футбол в разные годы. Именно для них звучали поздравления. Я хотел сказать, что сегодняшний праздник, вот у нас присутствует Павел Георгиевич Чабанов, председатель Федерации футбола Республики, он подтверждает, что это единственная команда, которая имеет такую историю и которая сохранилась до сегодняшнего дня. Я не знаю всей истории, но знаю то, что какими усилиями вашего президента Константина Федоровича Жукова была сохранена команда. И если сегодня она в более благополучном положении, то несколько лет назад я знаю только за счет его инициативы, за счет его желания. Только он знает, как он решал вопросы там, оплаты судейства, транспорта и так далее. Но тем не менее, он, скажем так, дотянул, да, Константин Федорович, до 60-летнего юбилея, правда, он что-то там намеревается, так сказать, как бы складывает полномочия, но я думаю, что вы ему, активисты этой команды, не дадите это сделать. Тем более, что сегодня уже появились и спонсоры, появились люди, которые хотят поддерживать эту команду. Я надеюсь, что и руководство Молдавской железной дороги, учитывая ваш такой зрелый возраст, наверное, тоже включится в то, чтобы эта команда представляла не только какую-то отдельную территорию, в частности, Бельский железнодорожный узел, но и в целом Молдавскую железную дорогу. От имени Совета профсоюза железнодорожников поздравляем вас всех с этим знаменательным праздником, праздником спорта и здоровья, праздником 60-летия кстати, основания команды «Локомотив» и пожелать вам счастья и здоровья. Тем, кто в строю, вручали грамоты и подарки, а от Федерации футбола Республики Молдова – почетные ордена. Ну, мы живем, учимся, мы смотрим, как работает УЕФА, ФИФА, и, конечно, много принимаем у них. Поэтому мы на исполкоме Федерации футбола приняли такое решение, как вы сказали, что лучших за весомый вклад в развитие футбола Молдавии будем награждать орденами и медалями. Любая игра – это зрелище. Встречи футболистов всегда вызывали бурные восторги болельщиков, особенно если это болельщицы. С 50-го года, все годы, то я одна осталась, вот болельщица, которой бы не было. Еще этих скамеек не было. Мы приходили, к заборов не было, все открыто было. Мы приходили, садились на травку и болели. Я, например, у меня подружка была, у нее муж был Женя Горбач, он играл в футбол. Так мы даже с ней ездили в села, в районы, куда вот они ехали, и мы ехали, болели. Иногда даже нам и попадало, помидорами кидали, мы болели за Локомотив. С женской стороны болельщиц, я желаю, чтобы у вас был тыл, чтобы у вас было спокойствие. Ну, конечно, вы уже, как бы, уже бывшие футболисты. Но чтобы вы долго-долго еще жили в здравии, чтобы вы могли просто радоваться тому, что у нас такой, ну просто удивительный коллектив «Локомотив». Браво! Почти 6 десятилетий история футбольного клуба «Локомотив» зримо свидетельствует, что клуб прошел уникальный и яркий путь. А чтобы сохранить живыми дни вчерашние и сегодняшние, на стадионе «Локомотив» открыт музей, инициатором которого стал президент клуба. Мы должны сохранить, пока мы живы, те традиции, те успехи, которые имела команда «Локомотив», чтобы мы их запечатлели, чтобы мы могли их видеть, помнить и передавать молодому поколению все те традиции, все то хорошее, что было в «Локомотиве». В третье тысячелетие футбольный клуб «Локомотив» врывается полным сил играть и выигрывать. Ой, молодым футболистам я бы пожелала таких же успехов, какой был успех у тех старых футболистов, которые играли вот в 80-е, 70-е годы. Держать, надеяться и достигать. Это самое главное. Современному «Локомотиву» я желаю попасть в национальную дивизию. И стать чемпионом. А у ребят есть такая возможность? Надо много работать. Молодежь подрастет. И будем надеяться, что они станут чемпионами и возродят былую славу «Локомотива». «Локомотиву» 60. Это еще только самое начало.